Я не рульничал, так получилось. Свой профессиональный праздник Артем Пурыгин и его коллега Денис Чуйков начали с дружеского поединка за игровым столом. Участвовать в торжествах семьями на День железнодорожника – добрая традиция. Оба в профессии уже почти 10 лет. Пришли в нее по стопам родителей, бабушек и прабабушек. Теперь, говорит Артем, на плечах большая ответственность. Когда-то бывает, что и головы не поднять. Сидишь в кабинете, разбираешься с работой. Когда-то вроде полегче бывает, по-разному. Люди, которые связали все-таки свою жизнь с железной дорогой, они всю жизнь здесь и работают. Вот я просто знаю работников, которые пытались уходить железной дорогой куда-то на другие производства, но потом все равно возвращались, потому что, ну, это уже состояние души. Спортивные соревнования, настольные игры, шуточные эстафеты, вторая очередь набережной в этот день превратилась в парк развлечений. Гости праздника смогли сделать снимок на память в фотобудке и даже попробовать сухой газировки. Украшением торжеств стали выступления самарских творческих коллективов. Отпраздновать День железнодорожника предлагают и всем жителям города. Любой желающий может построить башню из брусочков, да так, чтобы она не развалилась, и сыграть в шахматы гигантскими фигурами. Развлекательные площадки в праздничный день работали до позднего вечера. Завершились торжества большим концертом. Алина Чемерис, Константин Головин, «События».